Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю покраску Фердинанда от фирмы «Звезда». Буду делать камуфляж. Камуфляж буду делать полосками. Краску использует Tamiya Olive Green XF58. Предварительно развел краску 1:4 на 1 миллилитр краски, 4 миллилитра растворителя. Растворитель использовал мистер Хобби. Thank you.
Ну вот, коллеги, закончил делать камуфляж. Вот так он получился. Довольно хорошо аэрограф рисует тонкие линии. Такой вот интересный камуфляж получился. В ускоренном режиме вы часть покраски камуфляжа увидели. Как видите, камуфляж и несложный, но на самом деле отнимает очень много времени. То есть надо аккуратно давить на триггер, чтобы не сделать большую подачу краски. Если сделаете, то будут наплывы. Ну, иногда эти наплывы можно задуть, но можно и испортить весь процесс нанесения камуфляжа. Поэтому лучше это все делать аккуратно, на малой подаче иглы. Сейчас сниму маски и дальше буду уже модель лакировать, наносить фильтры. Это уже увидите в следующей серии. Если кому-то интересно, то следите за каналом. Стараюсь уложиться в одно, в два видео. Сейчас маски сниму и покажу вам модель. Вот так Фердинанд получается на данный момент. Мне модель очень нравится. Как в сборке. Также понравился данный камуфляж. Модель рекомендую. Все, друзья, на этом буду заканчивать данное видео. До новых встреч. Всех благ вам и вашим близким, друзья.